Любопытные повороты. Пока что. А что же будет дальше? Что же будет дальше? Как там? А в это время... Я выключил. Это сейчас опять выяснится. Но я выключил вроде. Так и не ответил. Ты не играл во что? В это? Нет. Первый раз играю. Продолжу. Чем можно курки смазать? А то периодически у меня какая-то непонятная херня происходит. Скрипеть начинают. Виноградный день 40? Что это? Что такое виноградный день 40? Нихуя себе. Маслом? ФД? Я не знаю, что это. Я, конечно, могу разобрать джойстик, но я не помню, сколько на него гарантии. А еще я не помню, смогу ли я его назад собрать или нет. Ой, бать, гоголь какой-то ранний. Смотри-ка. Обычное дело. Ну я так всегда. Подхожу к пианино, от меня улетает, блядь. Кто, блядь, пианино на цепь, сука, сажает? Вы чё, блядь? Совсем что, ебанулись? А, боже, блядь, правый. Люди? Призрак, выходи! Я тебя не боюсь. Выходи, я тебя не боюсь! Творческий кризис. Каждый, сука, дьявольский раз. Как только мы приходим в тупик вот с такой хуйней, и я разворачиваюсь. О боже! Мы в тупике! Оу. 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 Охуеть. Вот это магия мне всегда нравилась. Это так прикольно. Ну это ж магия. Смотри. Поворачивался пару раз, пару стен исчезло. Пугай меня. Пугай меня полностью. Что это за пьяные выходки? Я на вас жалобу подам! Коллективную! Чё это? Кто-то стоит? Что это такое?
Как это сделать в техническом плане? Да, в принципе, не так сложно. Обычно триггеры, как бы, ну, просто делаются и все. То есть вся комната — это, ну, физический объект. То есть обычно делается комнату как... Если она никак не взаимодействует, просто это, знаешь, куб, в котором текстуры просто наложены. А вот в таких ситуациях берут именно физический объект. То есть ты подходишь к определенной точке, смотришь на триггер, именно смотришь, не взаимодействуешь с ним, а смотришь в определенную точку, и игра знает, что ты смотришь в эту точку. То есть ты не смотришь куда-то в сторону, то есть туда, где, ну, что-то должно исчезнуть. Назад, то есть. Ты смотришь именно сюда, и как только ты туда посмотришь, сзади тебя просто этот физический объект исчезает. Это несложно делается, ну, это просто креативный подход. Кто нашел карас, как говорится. То есть я бы, если сел делать, я бы это сделал без проблем. Творческие вечера? Я не знаю. Я опять же наушники наоборот одел. Я же по привычке их просто одеваю. Окей. Опять сюда вернулись. Что будет, блядь? Что в этот раз полетит? Люстра? Ну давай, я жду. Что упадет? Нихуя себе. Так много книг, что аж, блядь, посыпалось нахуй. Все из библиотеки. Ну. А, шкаф. Дверь есть? Не вижу ни хера. Слепые глупцы. Вот, вот это лицо я видел. Это же картина какая-то известная вроде как. Слепые глупцы. Невежды. Чего? А. Уродина? Уродина? Ты заказала правдивый портрет. Вот я и нарисовал, шлюха. Может мне вбить твою тупую башку немного художественного вкуса? Что за творческий вечер? Макраме, да. Коклюшки, блядь. Так, и что? Все? Полетишь куда-нибудь? Окей.
похоже, как у «Тайное окно», кто смотрел. Там ключ лежит, кстати говоря, внизу. Закрыто. Там вниз. Лестница, не ломайся. Лестница, не ломайся. Картины не летают. Тычи. Спасибо. Спасибо. Творческие вечера — это, видимо, то, как я составляю эти штуки. Спасибо большое. Хорошо. Ощущай. 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 Алло. Ощущай. Ощущай, ощущай. Ощущай. Слышишь, что странное? Вот сколько мы ходим по этому особняку, я ни разу не видел еще телефона. И тут зазвонил телефон. Магия, блядь, колдунство. Уважаемый господин, откровенно говоря, ваше письмо не стало для меня неизбежностью. Коллеги сообщили мне, что ранее вы также обращались с подобным вопросом к ним. И я понимаю, что для пациента вполне нормально просить взгляд со стороны. Думаю, 16 отзывов вам будет достаточно. Из уважения к вам и вашей жене я досконально изучил это дело и вынужден согласиться с коллегами. Непроизвольные мышечные спазмы — не редкость у людей, получивших такие сильные ожоги, как у вашей жены. То, что вы называете странным оскалом и нервными визгами, на эти определенные вполне можно... Чего? На эти определения вполне... Да, блять, хватит звенеть, сука, заебал. На эти определения вполне можно было бы обидеться. Может быть, последствиями повреждения нерва. Впрочем, маниакальный смех, который вы упоминали, относится скорее к отклонениям психическим. Посттравматический синдром — явление довольно распространенное, и ничего постыдного в нем нет. Что касается требования вылечить вашу жену, то вы должны понимать, все пережитое нельзя отменить одним сосочком. Это долгий и кропотливый процесс, и без вашей поддержки тут не обойтись. Вы всегда можете связаться со мной или с кем-нибудь из моих коллег, чтобы обсудить долгосрочную программу реабилитации. Искренне ваш доктор Ричард. Очередной гребаный шарлатан. Да. Хватит, сука, звенеть, ты заебал. Я сейчас тебя найду и выключу. Чего? Палаш, тряпка! Тряпка, палаш! Чё это было-то вообще? Не положу. Я не положено. Не понял сейчас. Слышь, Джордан, ты как это сделал? Хуя, швырнул снизу. Да хватит звенеть, ты задолбал уже. Давай, фокус. Опа, блядь. Обычно в таких ситуациях делают вот так.
Ого. Слушай. Слушаю. Что? Пожар? О, боже. Она? Какая больница? Я уже еду. Был пожар. Интересно. Ну, есть предположение, что жена могла просто сжечь его нахуй мастерскую и все. Потому что он заебал. Ну он просто заебал. Ты заметил? Мне персонаж хромать начал. Он так все время делал? Он так все время ходил? Он реально хромать начал. На левую ногу причем. Да нет, это обычная ходьба. А, ты в этом плане? Я что, медленно типа все время ходил, не был за... Действительно. Я не замечал просто этого. Что значит ты тоже рисуешь? Ну рисую я и чё? Я чё, поехавший потом, что ли, который готов хуй знает что творить? Тревожные воспоминания. Ты чего, блядь? Ты чё? Что за жесть? Я даже не знаю, я хочу свет включить в этой комнате или нет? Другое ощущение, что кого-то убили, блядь, и волокли хуй знает куда. Куда-то вверх по потолку, блять, что? Какого? Это дверь? Спасибо, Grand Mage, за хост. Включите свет, не вижу нихуя. О, ну ладно. Починил. Починил комнату. Опа. Еще одна херня. Хлопающий ужас. Тихо. Постоянно хлопает крыльями. Едят других крыс. Это когда-нибудь задумался, что летучие мыши едят крыс? Нихуя себе. Это что такое? Каннибализм? О, опять эта голова. Упадет. Здрасте. Хочешь, блять, играть? Чё, понял. Как этот звук называется, когда скрипку так мучают? В смысле?
Ну, фильм «Психо» называется. Хичкока. О, я тебе говорил, упадёшь. Я тебе сказал, сука, ты упадёшь у меня. Ты упал, всё. Думал, я не достану. Достал. Чё это такое валяется? Бутылка, что ли? Надежда умирает, убивает разум. О, вот это было быстро. Я не понимаю логики, почему здесь дверь? По идее, ты ее хватаешь, и влево тебе нужно нажать, чтобы закрыть ее. Но ты нажимаешь вверх по какой-то причине, она закрывается. Окей. Откуда команда, кто их узнает? Команда можно вязать через магаз. Если в вкладку SFX перейти, там можно прям со страницы использовать. Так, здесь мы еще не были на этом этаже. Так, нормально, все тихо. В любом случае, как ваш адвокат, я должен предостеречь вас от необдуманных поступков. Другими словами, не делайте глупостей. У вас еще есть возможность выиграть это дело. Хотите верьте, хотите нет. Но я вытаскивал клиентов еще и не из такого дерьма. Просто не усугубляйте ситуацию. Вам нужно залечь на дно, пока я буду обжаловать решение суда. Это специальный социальный работник, определенно точит на вас зуб. Социальный работник. У них ребенка собрали, что ли? Можно его использовать в своих интересах, выставить вас жертвой системы. Скорбящий муж. Секундное помутнение рассудка. Пересердствующие бюрократы. Опять это лучший вариант, учитывая все, через что вы за последнее время прошли. У нас есть шансы 50 на 50, но только в том случае, если вы не станете убеждать окружающих, что сошли с ума. Никаких больше выходок, никаких оправданий, а лучше вообще не показываться на людях. Вы еще можете побороться за свою дочь. Я так понимаю. Вполне себе. Обхуячился винишком. Виноградный день, кругом, видишь, разбитый валяется. Дверь закройся. На самом деле, это очень сильно напоминает Silent Hill мне. Знаешь, какой? Вот этот, который неофициальный был. Алхимила, который. Вот очень сильно напоминает. В плане сюжета, по крайней мере. Эркюль Босс Мануаро. Это страус-сыщик, первый в мире. Страусы Босс Мануаро. Ничего не вижу. Чего? Блядь, сейчас что-то будет. Сейчас что-то, блядь, будет. Что такое?
это черненькое чуть-чуть течет, по-моему. А что, закрыть нельзя? Закрой. Бесит. Ты, по-моему, всех пугаешься, когда к тебе кто-то заходит. Стоило на стрим зайти, короче, сразу пошли обвинения. Чика, а ты что тут делаешь вообще? Я ничего. Тут... не делаю. Вот это, кстати, очень, кстати, я сейчас об этом не думаю. Так делают обычно, когда либо продают дом, либо что-то еще. Да, я тебя прогнал, сломал тебе эмулятор и т.д. Не, нихуя себе. Знаешь, 4 утра, короче, сидит, играет, блядь, в Соника. Сюда бубнит себе под нос там это. Ой, бля. Ты что, ребенка утопил? Они тихо плывут, засоряют канализацию, шерсть в воде. Не буду принимать ванну. Чего? Не, ну зря, 4 утра сидит, бубнит. Я говорю, Варзай, ты чё? Ты чё? 4 утра. Я спать пошла, все. Такая, короче, внезапно стрим выключила. Через 3 минуты такая пишет. Блять, я сохраниться забыла. Не, ну это да. Если у тебя есть деньги на особняк, я думаю, на уж горничную, это деньги есть. Тем более, что там была записка какая-то, что ты делал в моей комнате. В следующий раз, короче, я тебя нахуй выгоню и будешь искать новую работу, если еще раз увижу тебя здесь. Вот. То есть здесь кто-то был все-таки. Какая-то горничная. Но не жене же он так будет писать. Типа, ищи новую работу. Чего? Кто? Что-то какой-то странный переключатель у вас тут, честно говоря. Что-то давненько ничего не происходило. А давай как пизданет сейчас что-нибудь, чтоб мы все охуели. Давай. Вот ты, блядь, привет. А что тут перестановку сделал? Я ж тут был только что. Нет? Или это просто комната похожа? Вот ты, блядь. Вот это ты заметил. Вот это глаз-алмаз. Так, не, подожди, давай-ка сюда. Знал. Расхититель тел. Что кормится на мне? Расхититель тел, что кормится на мне, изводит мой разум. Не сбежать. Все ж во тьме. Угу. Где скримата? Действительно. Че? Вот сейчас будет. По-любому.
Ну, дверь закрылась. Назад можно? Я тебя понял, игра. Мы сейчас туда придем, подожди. Бля, ну кто так строит? Ну, что ты? Это так пока что выглядит, короче, как будто это все у него в голове происходит, потому что, знаешь, куда бы он, какую мысль он не наткнулся, открыть эту дверь. И там тупик. Нет, нельзя. И он каждый раз что-то возвращается назад. В какую-то жопу постоянно. Твич глюкает? Я не знаю. Без понятия. У меня пока что все нормально. Хотя бы в плане чата, я чат вижу. И то неплохо. Кадров пропущенных нету. Значит, стрим идет. Ну давай. О, блять. Снегом белым метель замело длинную дорогу к тебе. Зная то, что потерял я тебя, мне совсем не жаль. Уезжаешь и несколько слов хочу на прощание сказать. Просто знай, я буду ждать тебя. Поскорее возвращайся назад. Чего? Все? Отпустила? Ну неплохо тебя так шторит-то, я тебе скажу. Бля, я нихуя не вижу. Там лестница? Ничего не вижу. Вот реально темнота просто одна сплошная. Я сейчас в окне предпросмотра смотрю. И там хоть что-то видно. О, картинка вернулась. Картинка... Кто это? Там тут стоит. Эй, товарищ человек, помоги найти выход. Ой, да куда ты пошел? Привет, Архимон. Здравствуйте, что-то проморгал. Чат отваливается, друзья-стримеры отваливаются. Чат отваливается. Ты... У тебя какой провайдер? Не Wi-Fi часом? Это взрослая жизнь, да. Друзья отваливаются. Бля, вот такой комнаты еще не было. Или была? Нет, вот этот стол я видел. Перестановка произошла какая-то. Чего? Я сначала подумал, что это коляска была. Что-то ткань пропадает. Телемир Дом.ру. Ну ладно. Я уже думал, тоже Wi-Fi. У меня просто целую неделю такая херня. Роскомнадзор ссаный, блядь. Своими блокираторами. Блять, ну... Нахера брать, блять, на такую должность людей, которые не соображают ни пизды. Ну, серьезно, блять. Блокирую. Нет, чтоб, ёпта, написать. Нас не устраивает контент ваш. Извините, короче, вам нужно что-то изменить со своим сайтом. Нет, блять, мы не будем задавать их вопросов, мы просто заблокируем к хуям. Все. Нас вообще ничего не... А последствия, блядь, вообще похуй на них. То, что ты заблокируешь, блядь, DNS одного места, а это место окажется, ну, связано вот с этим местом, с вот этим, вот этим, вот этим, и вот этим, и вот этим местом. И в итоге, блядь, сидят люди, короче. Я не могу на PS4 зайти, блядь, в тусовку. Я не могу подключиться к Warface. Я не могу в Twitch, блядь, нормально зайти, потому что, блядь, спасибо нахуй. Красавцы. Просто делают свое дело. Вау!
Вот. Вот, вот чего мне вначале не хватало. Тупо наступаешь на картонку на какую-то. Коробку. И звук другой. Причем такой неожиданно другой. И такое, что происходит? Сука, меня уже, знаешь, каждый раз я пианино в этой игре вижу, меня уже это, блядь, сейчас что-то будет. Я, блядь, просто счастлив в пианино. Воу. С головы ему нахуй. Бочка. Бам, блядь. Головой сыграл в атаке просто. Ну, один нахуй. Югу. А что-то видно будет? Что? Что? Чего? Я найду выход. Всегда так делаю. Не видно нихуя. Значит, нужно идти вдоль стены. На что-нибудь да наткнешься. Да что, блядь, происходит-то? Нихуя. Это явно не та комната. Это какая-то другая комната. Чего это? А можно мы хоть что-нибудь, блядь, увидим? Попички хоть налью. Мне нужно было отделить плоть от кости. Поначалу я растерялся, не представляя, как это сделать. Но потом отпилил ее ручной пилой. Сварил и положил кость в ступку. Мне пришлось ее достать, потому что раньше я такого, безусловно, не делал. Наконец, я смешал порошок с небольшим количеством белой краски. Вышла отменная грунтовка. Грунтовка? Сука, ты болен, блять. Да, блять, светло будет уже в этой игре, блять, хоть как-то. Нихуя не видно ведь.
Нахуя? Серьезно? Вот что, блядь, мне мешает? Я ничего не вижу. Пиздец, блядь. Я думаю, в этом плане Resident, блядь, ремейк, говно. Не. Мы нашли. Мы нашли эту игру, которая по темноте, блядь, по своей. Просто нахуй убивает. Весь геймплей. Окей, я нашел выход, кажется. Да ну, блядь, понятно, что это подвал, ну, блин. Сука, тут 10 минут сидеть в одной комнате, потому что нихера не видно. Ну, это что за бред? Дайте фонарик. Хотя бы. Что, тут уже ремонт кто-то начал, пока мы ходили, да? Я смотрю, уже пол начали вскрывать. Я утром кафель положу, а вечером его уже Козюльский подворачивает. Так. Что не изменилось? А, тут 6. 6, я думал, 3. Давай посмотрим, что изменится. Как вы любите придираться к играм? Да блин. Ну, такая придирка, знаешь, сомнительная. Ну, бля, я понимаю, это хоррор, все такое. Ну, блин, ну когда ты не видишь ничего вообще. То есть ты хочешь посмотреть на игру. Она тебе нравится, но ты ничего не можешь разглядеть просто тупо. Ну так же нельзя. А чем мне поможет яркость-то ваша, алло? Это мы только что слышали. Я добавлял яркости, это ничего не изменило. Здесь не яркость нужно добавлять, а гамму. Гамму здесь нельзя накрутить. То есть ты добавишь яркости, и все будет точно так же, только белое, блядь. И зачем это мне? Я знаю, что гамма испортит картинку, но ты хоть что-то будешь видеть. Что опять? Это. Не обращай на нее внимания. В смысле? Я в каком-то веке увидел человека в этой игре. Прямоходящего. И ты мне говоришь, не обращай на нее внимания? Ты что, блядь, с ума зашел, что ли? Что это? С какой стороны я пришел? Ну, это многое объясняет. Один простой рисунок. Так. А вот это уже интересно. Детская. Это Макс. Спасибо.
Дальше мы просмотрим. Вот это да, блядь. Это как-то. Че это? Че это? Охуеть себе, как это громко. Как-то громко и глухо. Это сердце бьется. Пьянь. Безумец. Эгоист. Чего, блядь? Не надо. Здесь нож и факел. Факел. И конь. Я не хочу к тебе спиной поворачиваться. Еще, блядь, оживешь, еще нахуй за мной гоняться начнешь, блядь, то обосрусь просто. Ага! Блядь! Что? Ой, мать. Да! Нет, так не пойдет. Давай еще раз. И не смотри так. Что делаем, когда не получается? Пробуй снова. Ты ведь умеешь лучше. Садись. В этот раз мы нарисуем совершенство. Кто скажет это первым? Я скажу это или чат это скажет? Наверное, я. У меня есть розовый конь. Этот конь просто огонь. У меня есть розовый конь. Этот конь вообще огонь. Это тот самый вопрос, который я все время создателем Sunset Riders задаю. Why pink? Вот. Почему розовый? Ну. Ого. Это что было? Мячик игру багует, смотри. А как тебе такое? Как тебе такое? Так. Хуёвая ситуация. Там сидит медведь. Привет, Блазер. Ты как раз вовремя. На полу сидит медведь. Он с ружьем, кстати. О, бля. Вот это было дико круто. Вот этот эффект был дико крутой. Как они это сделали? Они пустили анимацию? Да текстурам? Охуеть. Да блин, Феодор, что ты прицепился? Я сказал только по поводу книг. Потому что, ну, это в каждой игре, в которой есть книжная полка, они халтурят таким способом.
Миша, давай сотруд... Миша. Мишаня. Миша, я вижу, ты спокоен, ты улыбаешься, Миша, не надо. Миша, с днем рождения, Миша. Я пойду? Миша, я пойду? Окей. Миша, только, пожалуйста, не преследуй меня, Миша. Миша, ты все еще там? Миша, блядь, не надо. За какие такие грехи Миша появился в игре? Да что такое? Мастер по созданию игр Варзай, нижнее подчеркивание, как говорит, что халтура игра, то, что уже это обговорили. Где? Я не вижу. Это точно крыса была. Я бы удивился, если бы открылось. Ну ладно. Не говорю, что игра от корки до корки халтуры. Я про отдельный момент, который, ну... Обычное дело для разрабов, для экономии, короче, места для игры. Они используют одни и те же предметы. Ого, а ты кто? О, ебать, сука, бля. Чё, кто мебель-то всю спиздил? Что это такое? Что? Люстра? Боже милостивый, ты что, скупила полунивермага? Дорогая, ты же еще даже не знаешь, кто родится. Мальчик или девочка? Окей. Мне пришлось убрать из ее комнаты почти всех кукол. Дошло до нелепого. Нельзя забрасывать ее подарками каждый раз, как чувствуешь вину, за что бы ты ее не чувствовал. Ей нужен отец, а не бесполезные развлечения. Я ж чего, блядь. Че, папа не может свою дочь подарком одарить, что ли, блядь, или что? Я въебу сейчас так же, как ты, блядь, по зеркалу въебала. Сука.
потрясающе. Мне нравится. Что это меломан? Ты знаешь, что я тебе скажу? Это борзай. А я тебе скажу следующее. Если ребенок избалованным, ему надо дать ремня нахуй. Ну вот. Ну, замечательно. Теперь я нахуй здесь сгорю, да? Ищем дверь. Или что-то. Дверь. Дверь-невидимка. До свидания. В этой игре просто охуительные аниматоры. Я тебе, бля, буду. Чего? Шо? Что это такое? Что это такое? Шо? Шоколадка была? Вдохновленный ОКР? Это что такое? Что значит вдохновленный ОКР? Я в этом говорю. Надо дать пиздюлей. Ты снова победила. А, это шашки. Иногда я думаю, что не стоит даже начинать. Хорошо, что мы не делаем ставок. Что? Что смешного? Бля, ну аниматоры у них вообще, конечно, огонь. Просто я такое редко вижу, чтобы в играх были анимированные текстуры именно. Это не 3D объект. Это не 3D объект. Это текстура именно. Причем текстура под текстурой анимирована. Охуеть. Вот такое вообще редко увидишь в играх. Давай. Что там, пожар? Что это такое? Голова отвалилась? Чего? Ебать, семья художников. Чего, голова улетела куда? Куда? Туда? Я туда не пойду. Нахуй там голова. Завязывай.
Чё это, блядь, за баррикада, нахуй? Вау, ебать, что творит. Так, ладно, пойдем сходим. Нормализуйся. Пойдем посмотрим, что там с головой. Там как группа Алиса, что ли? А где голова? Она тебе надо? Так, нет, подожди. Все-таки я сюда хочу. Скитание мастера. Я бы, блядь, сказал, что это был поворот не туда. Как минимум. Так, и теперь мы внезапно попали туда, куда я должен был изначально, наверное, идти, я не знаю. А? Ты чё? Ты двигался? А? Чего? Чё двигаешься? О, не двигайся. Слышь, Наполеон, заебал. Че? Наполеон, ты че кидаешься-то, блядь, на людей? Че? Ты дурак, что ли, какой? Наполеон, блядь. Болтают за глаза. Разговаривать за спиной. Вообще написано, но адаптация. И что это за место? А, Миша, Миша, не надо. Это та же самая комната? Нет, что-то другое. Чуть-чуть другое что-то. Миш, ты куда? Миша? Ууу, этот клёво. Смотри, вау. Фломики летающие, где такие купить? Хира. Всё норм? Миша? Не балуй. Опа. Я покакал. И хорошо, блядь.
Че за больная? Ой. Летающие головы. Да что, куда ты меня? Выбросил меня! Заебал. Какую комнату я не помню. О, боже. Опять эта хуйня. Я тебя молю, не шевелись только, блядь, а то я тут нахуй кончусь сразу. Чего ты закрываешься? Что за странные куклы? А, это ее комната кукол? Так разве было? А? Так. О! Чего? Я не понимаю, куда я иду уже, блядь. Я повернулся, блядь, уже в другом месте оказался. Ну, сука, ты заебала игра, ну. Остановись. Я тебя сейчас сам остановлю. Подожди. Подойди. Стоять. Надо перерыв сделать. Игра, собака. Кидает меня весь такой. Я хотел оглядеться. Посмотреть в окно, уже в другом месте оказался. Что такое-то, ну? Что такое-то? О! Так. Пару минут перерыв. Попить чуть налью.